Здравствуйте, друзья! В ближайшую субботу, 16 января, то есть послезавтра, состоится первый онлайн-концерт Димаша. Благодаря усилиям Dears со всего мира у большого количества поклонников творчества казахстанского исполнителя появилась возможность увидеть это мероприятие. Началось все это 3 декабря 2020 года, когда творческий центр Димаш Али объявил о первом онлайн-концерте Димаша Кудайбергена «Димаш Digital Show», который пройдет на американской стриминговой платформе Tixor. Данный онлайн-концерт несет в себе благотворительный характер. Часть выручки от продаж будет передана Project Q, некоммерческой организации, которая занимается оказанием экстренной посильной помощи и благотворительными поставками медицинских материалов и оборудования по всему миру. На вырученные деньги организация приобретет необходимые медицинские принадлежности и средства индивидуальной защиты для медработников, помогающих в борьбе с коронавирусом. Узнав об этом, Dears по всему миру начали принимать участие в благотворительности, купив билет не только для личного пользования, но также и другим поклонникам творчества Димаша, у которых такой возможности не оказалось. Таким образом, по многочисленным запросам Dears на dimashtixer.com появилась новая опция. К покупке стали доступны подарочные пакеты билетов. Сейчас одновременно можно купить 2 или 4 билета и подарить их друзьям и близким. Благотворительную акцию также поддержал канал MTV. Его ведущий Кевин Кенни разыграл 100 бесплатных билетов на Димаш Digital Show среди зрителей. А вот слова самого Димаша. «Я до глубины души тронут тем, насколько поддерживают друг друга мои любимые Dears, особенно в такое нелегкое для нас всех время. Спасибо вам огромное за то, что у многих людей появилась возможность увидеть мой первый онлайн-концерт. Надеюсь, вы сполна насладитесь предстоящим шоу». Друзья, и это далеко не первый раз, когда Dears проявляет инициативу, участвуя в благотворительных акциях, а также самостоятельно организовывая их. В это непростое для всех время поклонники творчества Димаша со всего мира, не желая оставаться в стороне, объединились, чтобы вместе противостоять недугу и оказывать помощь людям, которые оказались в тяжелом положении. Еще с самого начала карантина Dears обеспечили средствами индивидуальной защиты медработников, находящихся на передовой по борьбе с пандемией. Жертвовали деньги в благотворительные организации и медицинские учреждения. Помогали нуждающимся семьям продуктами питания, собирали средства на приобретение необходимого медицинского оборудования. А некоторые Dears даже открыли собственные фонды социальной помощи нуждающимся людям. Димаш Кудайберген гордится Dears и неоднократно заявлял, что своими благими делами и невероятной энергией поддержки они мотивируют его на покорение новых вершин в творческой деятельности. Друзья мои, обязательно поставьте лайки, напишите комментарии. Всем здоровья, всех обнял!